Друзья, мы не устали слушать Чайковского, несмотря на то, что слушали его целый час. Но это был, кроме всего прочего, оперный Чайковский. А сейчас будет романсовый Чайковский, который ничем первому не уступает. Стихи Владимира Сологуба «Скажи, о чем в тени ветвей». Поет та, кого мы тоже не устали сегодня слушать, Айсылу Нуруллина.